В Заволжском районе Ярославля завершается строительство бассейна. Долгожданная мечта местных жителей, которая не один десяток лет, через полтора месяца станет реальностью. По крайней мере, такой срок назвал инвестор. Расположение выигрышное, причем для всего района. Нынешнее транспортное сообщение позволяет соединить разные концы Заволги. Мой коллега Илья Барабанов с подробностями. О своем бассейне Заволжский район действительно мечтал давно. Для местного населения городские Лазурный и Шинник неудобны территориально. Сейчас большая стройка заканчивается на проспекте машиностроителей. Добраться из точки А любого пункта Заволги до точки Б бассейна не проблема. Общественный транспорт соединяет разные концы района. Вместе с главой Ярославля, инвестором, областными и муниципальными депутатами оценить спортивную новостройку решили и те, кто ей будет пользоваться. Искренних эмоций местные жители не стеснялись. Мы здесь поблизости живем, мы с нетерпением ждали этот бассейн. Мы просто в восторге от этого. Всем спасибо большое. Мы с внуками, с детьми обязательно будем посещать его, потому что удаленность бассейнов очень большая здесь, нормально. Здесь и Ляпинка подъедет, и Ковшкола, конечно, и, я думаю, и резинтехника тоже приедет, потому что транспортное сообщение есть, и поэтому это очень здорово. На возведение бассейна деньги тратил инвестор. Стройка началась полтора года назад. Непростая экономическая ситуация общероссийского масштаба внесла свои коррективы. Затраты увеличились на несколько десятков миллионов. Тем не менее, после приемки, согласно контракту, региональное правительство должно выкупить бассейн. Таким образом, долгожданная новостройка будет принадлежать области. Общая стоимость этого объекта будет в районе 150 миллионов. Хотя мы планировали в свое время где-то уложиться в 120-110 миллионов. Поэтому у нас была такая небольшая заминка, но, в общем-то, дали обещание, поэтому мы следуем тому, что его надо выполнять. Сейчас вовсю ведется облицовка чаши бассейна. Первые испытания водой уже пройдены. Оборудование инвестор предпочел зарубежное. Система очистки воды – принципиальная составляющая. Длина бассейна 25 метров. Он рассчитан на 6 дорожек. Ориентировочная проходимость за 10 часов – почти 500 человек. Несмотря на то, что владеть спортивной новостройкой будет область, город также выигрывает. Финансовый сектор Ярославля пополнится налоговыми поступлениями. С любого нового появившегося рабочего места налоги идут как в городской бюджет, в областной, ну и федеральный. То есть любое предприятие, которое открывается на территории города, это в любом случае пополнение городского, областного, федерального бюджета. До окончания работ остается полтора месяца, и это максимальный срок, озвученный строителями. Отставания от графика нет, поэтому в начале октября в Заволжском районе должен заработать новый бассейн. Илья Барабанов, Василий Мосин.